Hi everyone, this video podcast about latest project kids book that I was involved as an illustrator. The book was a collaboration between my friend, the Norwegian writer Turil Rutil. So the main language of the book is a bokmål, Norwegian. All details about the project you can find on the website portfolioart.pivkina.com. My main language is Russian, so I will switch to it and translate all into subtitles for you. Привет всем! Это видео-подкаст о последнем проекте детской книги, в котором мне удалось поучаствовать как художник, иллюстратор. Книга создана в сотрудничестве с моим другом, норвежским писателем Турил Рутил. Поэтому основной язык книги – это норвежский бокмål. Все подробности о проекте вы сможете найти в описании и на сайте portfolioart.pivkina.com. Наш проект называется «У меня есть ренессанс для тебя». Возрастная группа от 3 до 7 лет. Это красочный сборник стихов с юмором для детей. Главные персонажи – это животные, которые рифмуются. Книга полна абсурдов и игривости. В этой книге вы найдете много комических стихов о персонажах, которые обладают уникальными навыками, профессиями и увлечениями. Это животные, птицы, насекомые и рыбы. Все они объединены текстами, рифмами, абсурдными смыслами, которые имеют созвучные имена с известными художниками. Персонажи дружат и даже испытывают романтические чувства. Но в этой книге не стоит искать логику. Абсурд не их главный герой. Также эта книга удивит не только детей, но и взрослых. В ней содержатся отсылки на музыкальную группу Дев, Леопард, например. У писательницы была контрольная группа из ее внуков и детей, которой она зачитывала текста и показывала иллюстрации, и проверяла, насколько они хороши. Предлагаю перейти к страницам и посмотреть каждого персонажа. Например, текущий персонаж на видео – это Донна Фиса. Изначально задумывалась как фантастический персонаж между… что-то среднее между ковриком, собакой и осой. А вот эта птичка с шальными глазами – это Ван Гог. И у нее тоже одно ухо. И она рисует свои картины исключительно на облаках. На этой иллюстрации жирафен Лафен настолько ленивый, что не заметил, как у него стащили мясо. А вот эта рыбка Пали Утенхали, что означает «рыбка без хвоста». Но при этом у нее вместо хвоста элегантные ножки, как у русалочки, только наоборот. Поэтому она очень даже симпатичная. А на этой иллюстрации наш сумасшедший Ван Гог обучает Пали рисованию.
А вот эта иллюстрация, где объединилось несколько персонажей – свинка, коровка и лягушонок. И они вместе идут на пляж. А вот это моя любимая иллюстрация, где Эдвард Скунс созвучно с Эдваром Мунком, потому что по-норвежски Эдвард Мунк – это Эдвард Скунк, пытается продать свою знаменитую картину «Крик». Но поскольку на этом аукционе шекелями является капуста, а ее съел заяц, соответственно, картина была не продана, и Скунс остался бедным художником. Один из главных героев книги – это Леонардо да Винчи или Леопард да Винчи. Он здесь представляет собой леопарда, маляра-художника, сидящего на кране. Здесь также мы видим групповую картинку с Леонардо да Винчи, собачка Корги Бетти и второстепенные персонажи, которые тоже стоят в очереди и явно торопятся. Это кафе от Сальвадора Дали. Весь декор выполнен в стиле его картин. Собачка Корги – это полицейский. Собственно, эта собачка – писательница, и она захотела ее добавить в книгу. Словообразование Клод Мане в переводе с норвежского – это «медуза в серых тучах». И поэтому у нас Клод Мане – известный художник в виде медузы в космосе. А вот еще пример словообразования. Это «ульвлегерь». «Гульвлегерь» – это укладывать пол, а «ульвлегерь» – это укладывать волчат. А здесь Фруку – это корова-бармен-алхимик, который обладает каким-то изощренным вкусовыми предпочтениями и смешивает коктейль из соплей, молока, змеиного яда и каких-то там еще какашек. Корова уверена, что дети это любят. А вот на этой иллюстрации написано, что здесь 11 слоников, но на самом деле их 8. Их не так сложно найти. На данный момент записи этого видео мы находимся в стадии переосмысления проекта. Мы нашли несколько моментов, над которыми нужно поработать,
раскрыть больше, где-то перерисовать, где-то поменять стихи. Проект движется, он рисуется. В дальнейшем будут обновления. Книгу планируем издавать самостоятельно, своими силами. Это, пожалуй, все, что я хотела рассказать об этом проекте. Спасибо вам за внимание. Все контакты есть под видео. До скорой встречи!